продуктов, соблюдение норм товарного соседства, масочный режим. Супермаркет популярной торговой сети проверяют от и до. Депутат Совета депутатов округа, руководитель экспертного совета проекта «Народный контроль» Артур Каримов без внимания не оставляет ни единой полки в магазине. Особый контроль за качеством детского питания. Этот товар на особом контроле. За 3 дня до окончания срока мы снимаем товар. А вы знаете, да, что за продажу детского питания просроченного грозит уголовная ответственность? Если просроченное питание продали кому-нибудь из покупателей, пробили чек на кассе, то за это, возможно, ответственность уголовная. Ну, поэтому мы стараемся снимать пораньше. Просрочки на полке с пюре и йогуртами нет, но без изъянов все же не обошлось. Сама упаковка, она имеет свойство деформации. И поэтому мы ее называем, вот как в народе, в народном контроле, бомбаж. То есть вот такое вот... продукт с таким как бы признаком деформации упаковки, он не должен лежать на полках магазина. Его должны либо утилизировать, либо сдать обратно поставщику. А это отдел с колбасами. Здесь вопросы у эксперта народного контроля вызвали большие скидки. Вот эту колбасу продают, снизив цену на 40%. До окончания срока годности за несколько дней мы снижаем цену. Вот в данный момент на 40% снижена цена. Вот цена на полке. Ага. То есть получается, вы еще делаете небольшую скидку, да, чтобы потребитель мог ее приобрести с дисконтом. Да. Мясной, рыбный и молочный отделы в норме. На полках с фруктами и овощами нет гнилых и плохо пахнущих продуктов. Все свежее, чистое. Да и покупателей хоть отбавляй. Правда, говорит Артур Каримов, так здесь было не всегда. Мы в этот магазин приезжаем, ну, примерно раз в месяц. И до сегодняшнего визита были просроченные товары, находились там. Это в сфере молочной продукции, в сфере мясной продукции. Мы находили небольшие нарушения. Радует то, что на сегодняшний день магазины нашего города приходят в порядок и просроченную продукцию перестают продавать и снимают даже, как мы сегодня слышали, за 3 дня до истечения срока годности детского питания, за сутки до истечения годности простых продуктов питания. Поэтому вот наша цель такая, чтобы каждый магазин в городе привел свои полки, свои ряды в порядке. Помимо качества продуктов, в магазине проверили соблюдение санитарных норм, а также выполнение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На входе в торговый зал посетителям предлагают воспользоваться санитайзерами. Каждый может взять бесплатную маску. Обслуживают в супермаркете только покупателей в средствах индивидуальной защиты.